Разрушенный козлей. Козелей бета-версия. Так, снова наблюдаем. Это уже другой игрок, он делает больше телепорта, он делает больше кейков. Но нашего Сарикса этим не видит. Он будет сейчас бессмертный. Ну, раунд едет. Но на этом онлайн, видимо, своих капа нельзя лезть. Он же делает новый кап. Поэтому лучше этого не делать. Вот снова посмотрите, но не продолжил камбу. Вот, например, Гунао Щуба хотел продолжать камбу, который был вот там. Так, хорошо, прессинг, дает кик, поставит дап кик от сетки, очень хорошо. Снова рейгив, там дает кик, а я перкнул, снова телепорт и... Победа зла, он посмотрим рейраунд, весовый спин не проходит, он блочит, но получается, оно по счастью, потому что оно полез, зависит от ДМ. Весовая подсечечка прокатывает, снова когда он набирает сенсы нормально, с пушкара и все будет спин, скорее он должен где-то спин. Нет, дает кик, снова дает кик, два дает кика. И вот он экстрейчик, и сейчас если он продолжит, он берет этот бой, я думаю, что это будет хотя бы апперкот, значит и победа. Нет, это шляп, так, ну еще у Сакса есть шансы. Сакс такой пишет, что это шансы, но не в этом раунде, да, не в этом. Сейчас Сакс должен перестроиться и затащит. Так, это котик, 7 фрейм это котик прокатывает с самого начала раунда, и это халявная шкала. Так, хорошо, ну, спин не к месту, да. Отлично. Кунлау действует в очень хорошем стиле, пока что отлично, нельзя прыгать на Кунлау, это доказывает Лю Кунлау. Так, телепорт, не наказывает спорт, это уверенная победа Кунлау, отлично, просто отлично. Это уверенная победа последователей Никитоса. Так, Жампанча, забора-тая кама, и снова прессинг, 5 бросочек, прессинг, да, хорошо. Апперкотик, да, телепорт, это хорошо, это очень хорошо, хотя бы. Так, вот здесь уже нет апперкотика. И... В общем, Кунлау в сложном положении, у него мало жизни, конечно, но я думаю, он должен сохранить это для третьего раунда, да, так и есть. У него типа, две шкалы, у Сарикса одна, это значит 50% комбо, возможно, войдет. Так, хорошо, дайв-кик проходит, снова дайв-кик, стандартная тактика. Дайв-кик, нет, дайв-кик не прошел. Да, телепорт, отлично. Сарикс прыгает, дайв-кик. Хорошо, и опять же доказывает игрок за Кунлау, нельзя прыгать на Кунлау, это смерть Кунлау, отлично, отлично, отлично. Опять халявный набор для Кунлау, концы по блоку. Так, пытается поставить. Плохо, плохо, он, я думаю, затащил этот бой, невероятно, и у нас будет я зарубать. Титана в ожидании третьей зарубы, так дырит темно. Сейчас все решим. А наказание дайв-кик, это очень неплохо. Ну, Сарикс настроен серьезно на один бой, но он получает спин. Сам прессинг Кунлау, получает спин. Хорошо, а дайв-кик 20-ку. Спин. Опять он, который раз ставит, конечно, живет этот телепорт. О, да, это собственно, нет слов, нет слов, все. И мне 4 зарешало, Сайкс, очень неплохо, очень неплохо. Так, вот у нас на телепорт, это на грани, и тут будет сейчас, ну, запоротая комба, ну как же так, даже можно запороть комбы, спин, отлично, спин. Так, левый набор. Так, у Кунлау полная отсутствие. Значит, где тут должен быть X-Ray. Далеко его. Вот мы его ждали. И он сделал. Сейчас будет положение, и это, скорее всего, победа. Да, нет, нет. Призрачная надежда появляется робот. Роботы рулят. Так, разрыв камбу, разрыв мозг. И да.